Здорово, спорим, ты не знал, что рыбой можно топить печь? Сейчас расскажу, о чем я. На северах столько рыбы, что ими печь топили. Такую фразу, наверное, слышали многие люди в 19-20 веке. На севере щуку за рыбу не считали. И если она попадалась в сети, ее складывали штабелями. Подсушивали или подмораживали и топили печь как дровами. Либо кормили скотину. Практически у каждого дома была щучья поленница. Дело в том, что рыба, особенно жирная, очень хорошо горит. Значительно лучше и жарче дров. Но не только на севере печи топили рыбой. Широко применяли сушеную воблу вместо дров в Ростовской области и степных местностях. С дровами там было туго и стоили они дорого. А вот воблы всегда было в избытке. В 19 веке в городе Царицыно поленницы из воблы были у каждого дома. Это описывал в своих произведениях Всеволод Крестовский. Вообще рыба не раз спасала от голода и холода жителей нашей страны. Враг мог угнать скот, сжечь поля, но рыба оставалась. Если понравилось видео, подпишись на канал и напиши комментик.